Продолжение шокирующей истории из Пермского края. Местный житель пытается привлечь к ответственности бывшего заместителя промышленности региона Виктора Усенко, который застрелил его 4 собак. Мол, своим лаем они мешали ему охотиться. Хозяин питомцев смог собрать необходимые улики, и сегодня стало известно, что в полиции все-таки возбудили уголовное дело. По факту жестокого обращения с животными, повлекшего гибель 4 собак породы западносибирская лайка, следствием отделения МВД России по Горнозаводскому округу возбуждено и расследуется уголовное дело. Сейчас Усенко владелец охотхозяйства. Сам он не подтвердил, но и не отрицал свою причастность к охоте на лаек. Если вину экс-чиновнику удастся доказать, он может отправиться за решетку. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.